Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с таким инструментом, как выворотка с самим собой. Когда применять этот инструмент? Когда вы заходите, допустим, в практику и ничего не видите, не слышите, не чувствуете. Это говорит о том, что душа где-то заблокирована и не хочет с вами общаться. В этом случае хорошо сделать такой инструмент. От имени тела и мозга я обращаюсь к своей душе. Я очень искренне прошу прощения за свои грубые вибрации и негативные поступки. Прощаю душу за ее негативные чувства и программы. И предлагаю разъединиться всем плохим. Забери свой негатив, все воздействие на тело, на моем вдохе, а я на выдохе забираю все претензии к тебе. И пусть между нами будет только свет, любовь и полная гармония. И дышим таким образом целый час. Хорошей практики, осознаний и знакомства с душой. Всем пока!